После объявления результатов экзит-полов лидеры избирательного процесса обменялись мнениями о возможном сотрудничестве. В частности, главный претендент на мэрское кресло Вадим Бойченко заявил, что готов сотрудничать со всеми политсилами, которые прошли в горсовет. Опять же, вместе с ними, то видите, что в принципе результат нормальный. Я с этим поздравляю, результат, хороший результат. Я надеюсь, что мы теперь отбросим все политические эти интриги, спекуляции и займемся работой. В свою очередь, лидер «Силы людей» второй партии по результатам экзит-пола, попадающий в горсовет, Максим Бородин, отметил, что его партия не планирует отступать от своих принципов. Если я мог думать, что с нами там можно будет договориться, там купить что-то еще, и мы будем играть в какие-то игры, которые игрались тут долгие годы до этого, то этого не будет. Этого не будет однозначно, независимо, сколько депутатов у нас сейчас реально пройдет. То есть мы все равно будем заниматься ровно и отстаивать ту же позицию, которую ставили до того, как станем депутатами, как были просто общественными. То есть наши принципы, позиция меняться не будет. Мы не будем оппозиция к вопросам, которые волнуют мариупольцев. Если это действительно будут вопросы в защиту интересов, там, то, чего хотят люди, эти вопросы мы будем поддерживать.